Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов, в свою очередь, в течение недели совместно отлавливали злостных неплательщиков прямо на дорогах области. Речь об автомобилистах, у которых скопились непогашенные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Особое внимание тем, у кого их количество превысило 50. Такие долги у отдельных граждан исчисляются сотнями тысяч рублей. В этих случаях встает вопрос об изъятии транспортного средства. Сегодня в рамках оказания содействия сотрудниками ГИБДД Федеральной службы судебных приставов было задержано транспортное средство должника. Задолженность составляет около 200 тысяч рублей. В настоящее время судебным приставом исполнителем Ленинского районного отделения производится акт описи ареста данного транспортного средства. Должнику будет дан 10-дневный срок для обжалования данного акта, либо оплаты задолженности в полном объеме. Если задолженность должником не будет погашена, данное транспортное средство будет передано на оценку и дальнейшую реализацию. Произведен арест и изъятие 7 транспортных средств, собственники которых имели общую задолженность более 1 миллиона рублей, взыскано на месте административных штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. В отношении 4 водителей транспортных средств составлено 37 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Лица незамедлительно были доставлены в судебные участки. В итоге для этой группы нарушителей назначено наказание, административный арест и обязательные работы. Напомню, что информацию о задолженности можно найти на официальных сайтах госавтоинспекции и службы судебных приставов, а также на портале госуслуг.